Друзья, всем привет! Огромное спасибо всем за поддержку, за добрые слова. Цель записи видео. Ситуация серьезная становится. Жарковато. Вот. Что будет дальше, ничего не известно. Сегодня отключают газ, газоснабжение Донецкой области. Сейчас пока газ был, Краматорск вроде частично уже нет, Николаевка точно нет. Сейчас жена пойдет глянет, как там у нас. На печке стоялась какая-то готовка, стояла, готовилась. Поэтому, как бы, что будет дальше, никому ничего не известно. Я думаю, то, что я думаю, то я думаю. Вот, поэтому, не знаю, может, возможно, перерывы каких-то, какой-то перерыв в снятии видео. Ну, как бы, это не самое главное. Шутковатенько. Семик. Маня. Люся. Что-то летит. Далеко, но что-то летит. В общем, ситуация не очень, скажем так. Поэтому еще раз спасибо всем за поддержку. Ну, все-таки надеюсь, что все будет не так, как у меня в голове. Намного лучше, спокойнее. Опять будем все вместе, на связи. По-прежнему душой расслабляемся на рыбалке. Коты всегда со мной. А там как Бог пошлет. Ой, человек предполагает, а Бог располагает. Как-то так. Ладно, всем мира и добра. Всем пока. Всем спасибо, всем пока.